Встречаются MetLife и Московский кредитный банк. У Московского кредитного банка неплохая турнирная ситуация. Нужно им сейчас выигрывать две оставшиеся встречи. Тогда набирают они 21 балл. Становится столько же, сколько у Inline Group. А вот по личным встречам Московский кредитный банк равенство очков окажется выше инлайна, то есть МКБ по итогам сегодняшнего дня может заработать бронзу. И обыграть-то им нужно для этого не Комус, не Русал, а всего лишь скромные Метлайф и Сбербанк. Страхование — задача для них, как мне кажется, выполнимая вполне. MetLife сегодня уже одну встречу провел, 2-7 уступил Комус. Лунин на Корнева. В подборе Горячев, но далеко мяч упустил. Корни. Еще не дотягивается, уходит он спокойнее за пределы поля. Горячев. Рядом со штангой. Играет первым номером Московский кредитный банк. Ну, все, кто более-менее смотрит периодически ваши соревнования, все такой прогноз и давали. Конечно, номинальным лидером МКБ является намного более опытная команда. Насчет сыгранности сказать тяжело, потому что частенько меняется состав. Горячий показывает, что нету партнеров. Делать передачу просто некуда. Зачем мне туда идти? Будет отложенный фол, видимо, Метлайфу. Отбор рядом с чужой штрафной. И вот цена ошибки, забивает МКБ. 1-0.
Лунин. Корнев нанес мощный удар с носка, там не было возможности прицелиться. Поэтому бил, как уже получалось. Снова Корнев. Никакой МКБ не получается так начать. Горячих. Ну, есть удар, есть гол. 2-0. Горячев. Мяч будет введен от ворот. И Митлейф о турнирном положении этой команды мы еще не успели поговорить. У них тут тоже довольно много матчей в запасе. Если даже не выигрывают сейчас, то потом еще 2 матча, 6 очков могут набрать. Это 13 баллов. То есть за бронзу Митлейф может бороться спокойно. Соперников Нордеа, Сбербанк, страхование и Капитал Лайф. И отыгрывает. Один гол Метлайф. 1-2 счет становится. На Корнева. Он должен был играть в роли столба. Тут игра рукой. Со стороны защитника красных. Посмотри в протоколе. У тебя Михайлов уже играли. 10 номер. Все, смотри, смотри на мяч. Нет его. Итак, смотрим штрафной у мяча Лунин. Запутался мяч в центре, в ногах нескольких футболистов, которым сейчас удается его толком найти. Штанга. Ну, если бы мяч летел точнее, вратарь наверняка с этим ударом справился. Ближнюю штангу он закрывал. Помогу. Мяч у Метлайф.
Конец первого тайма так незаметно. Он подкрался. Шут 2-1. Встреча MetLife и Московского кредитного банка. МКБ в красной форме. Пока они сильнее. Счет 2-1. Три мяча забиты за первый тайм. Результат очень и очень неплохой. Ну, вообще сегодня день получается результативным. Надеемся, что так он и будет продолжаться. Как многие утверждают, самое красивое в футболе – это счет на табло. Будет удар от ворот МКБ. Горячев. Штанга. Конечно, МКБ нужно получить преимущество в два забитых мяча. Это пусть и не стопроцентная гарантия победы. Ну, очень хорошая заявка. MetLife в этом сезоне два мяча, но только в двух играх забивал. Сегодня в матче против Колоса, где они 7 пропустили. И в игре против Capital Life. Во всех остальных матчах 1 или 0 голов. Корнев. Очередное попадание в штангу, но отличие заключается в том, что после соударения в сетку влетел. И вот 3-1, счет, который, ну, скорее всего, даст МКБ 3 заслуженные очка. Станет 18 баллов, и после этого инлайну будет совсем неспокойно, потому что МКБ, как мы уже говорили, может на вторую позицию в турнирной таблице встать. Тогда Комус будет на первом месте, на втором МКБ. И на третьем инлайн-группа. Лусал упадет на четвертое место. Лунин с Корневым играют. Пас на дальнюю, там был игрок. Ну, сегодня, в ходе сегодняшнего тура, каркас ворот пострадает как никогда. Уже пострадал. Mm-hmm.
Навес, и там никого. А еще 5 минут доиграть нужно, кстати. Лунин. Последний защитник, но и пошел в обводку. Московский кредитный банк. Не торопится начинать атаку. Можно бить. Просто не лег мяч на ногу, а передача была очень хорошая. И еще один удар, теперь спасение от голкипера. Попал в Лунина после удара. Тут на подборе Корнев. Мяч сыгран, как показалось мне. Лунин. Горячев вставляет мяч. Снова Лунин оказался в центре развития событий. В этом матче как будто бы притягивает мяч. Горячев сразу двое было против него. Горячев пяткой добил. Собирается МКБ взять тайм-аут, когда будет установка в игре. Да. 50 секунд нужно доиграть и звучит финальный свисток. 3-1, напомню. Преимущество Московского кредитного банка.
Видно, что открылось второе дыхание у Московского кредитного банка после взятого тайм-аута. Что-нибудь точно горячий. Прочувствовал эпизод. Оценил состояние партнеров. На 5 метров нужно отойти сопернику. Все, звучит сирена, 3-1 итоговый счет.